Красота, личка моя. Катюха, расскажите ваши впечатления о Германии. Все так же хорошо. И Анжелика такая. Я чурюсь. Не очень хорошо. Блин, такое качество хорошее. Вот смотри, я ее снимаю. И она какая-то, как модель. Реально классно выглядит. Мне кажется, ты на камере даже лучше выглядишь, чем вживую. Наш малой, как обычно, спит. Посмотрите на эти губки. А как ты ешь? Как он дышит? Right, just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse, and then you check the time. Мы приехали провожать. Катя, расскажите ваши впечатления от наших поездочек туда-сюда. Вам нравится? Нормально, только сзади на дуже удобно сидеть. О, так ты скоро будешь впереди сидеть, теперь еху! Анжелика, как вам местные туалеты? Да, и на границе со Словакией. О! Туалетная бумага есть. Представляете? Вообще, расскажите, как вам ваша поездка, Анжелика? Очень хорошо. Нравится? Вам не надоело? Нет. Вам не скучно в Германии нет. было? Нет? Нет. Точно нет? В Германии насыщенная жизнь. Хорошо очень было. Да? Что вам прям очень-очень понравилось? Расскажите. Люди. Люди? Это я? Это ты, Катя, Саша. Все? Про немцев мы не знаем. Да-да-да. Вам было стрессово находиться в магазине? Расскажите. Ну, когда я просила купить трусы, да. Итак, как всегда, распаковка из Росмана. Сейчас вам покажу, что я купила. Так, я решила попробовать вот такие вот салфетки на кухню. И решила попробовать впервые вот такие капсулы от Persil. Надеюсь, они будут хорошо стирать. Потом я купила опять вот эти штиль Einlager. Не знаю, в прошлый раз мне очень понравились. В этот раз решила тоже взять. Потом взяла две упаковки вот таких памперсов, тоже хорошие. И решила взять на пробу вот такие вот салфетки. А еще взяла вот такую штуку, чтобы мыть бутылочки. Надеюсь, она будет нормальная, потому что других я просто не нашла. Начинаем нашу распаковку принтера Epson, который мы купили. Я очень его хотела, но не именно эту марку, вообще принтер, потому что мы постоянно ездим и печатаем где-то. А в Германии надо, чтобы принтер желательно был дома. Итак, распаковка. Это у нас идет кабель. И дальше у нас идет по ходу принтер. Сейчас будем доставать. Жидкая распаковка. Казалось, тяжело, знаете ли. По
Потом вот тут идет набор, наверное, чтобы на компьютер устанавливать принтер. И вот эти, вот такие картриджи. Мы не знаем, что это, наверное, с краской. Так, мы запаковали добротно, я вам хочу сказать. Смотрите, какой красивый. Боже, радуюсь, как роботу-пылесосу, будто бы. Готов. В общем, мы купили вот такой вот принтер. Надеюсь, он прослужит нам очень долго. Спасибо, что посмотрели это видео.